Скажите мне, пожалуйста, почему вы приехали в нашу клинику? Мы узнали про вашу клинику из интернета, навели справки, что очень хорошая клиника, специализируется по нашему заболеванию, в частности. Mm-hmm. Поэтому мы приняли решение лечиться, приехать сюда. Mm-hmm. А можно объяснить мне о вашей болезни? Раковое заболевание дыхательных путей. Я даже не знаю, как оно правильно называется. Бластома, да? Ну, это раковое заболевание. А, ну и теперь как? Процесс? В процессе, да. 2 месяца мы провели здесь. Провели полное обследование, сделали 3 операции небольших. Выявили всю эту опухоль. Угу. И приняли лечение. Делали химиотерапию нам и лучевую терапию. На новом современном оборудовании, кстати, томотерапия называется, да? В России, насколько я знаю, таких аппаратов нет, нигде еще. Он щадит, воздействует только на опухоль, поэтому остальные органы не страдают. Очень такой хороший аппарат, современный. Вот целых 22 курса мы сделали. Ну, результат налицо, на снимках прямо видно, как опухоль уменьшилась. Значительно, я стал дышать уже нормально. Были проблемы, я не мог дышать. Приехал когда сюда, я только лежа мог. Не ходил, на коляске тут меня возили на обследование. Все. Сейчас я хожу, спокойно дышу. Результат налицо. Ну, скажите, последний вопрос. Это как вы думаете о нашей клинике, врачей, сотрудники? Все очень понравилось, очень добродушное такое отношение врачей, медперсонала. Они прямо оптимизмом, сказать, дышат, и глядя на все это, и сам начинаешь понимать, что тебе помогут здесь, и все будет хорошо. Постоянно настраивали на все эти лечения, врачи, медсестры всегда улыбаются, всегда. Все очень понравилось, конечно.